Здравствуйте, Валдемар. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, установленный с помощью двухстороннего скотча на мой тестовый объектив. Если на вашей юбке объектива есть такая же возможность, если она такая же узенькая и между стенкой и краем байонета есть 3 мм или больше, вы сможете первоначально установить одуванчик с помощью двухстороннего скотча. Кусочек скотча я даю вам в комплекте. Сейчас я проверю одуванчик в моей камере. Я запрограммировал фокус на расстояние 85 мм, диафрагмы от 2 до 22 и ловушка фокуса, то есть блокировка до затвора до момента появления фокуса выключена, потому что эта функция не работает на системе Nikon Z, соответственно, она не нужна в чипе для вашей камеры. Сейчас я упакую одуванчик и отнесу его на почту. К сожалению, сейчас нельзя в посылках отправлять клей, но я думаю, что вы суперклей найдете. Перед установкой одуванчика обязательно обезжирьте поверхности наклейки, но перед обезжириванием уберите черную краску, зачистите ее вместе с наклейкой одуванчика. Напишите мне на почту, пожалуйста, адрес вы найдете в описании этого видео, и я вам на почту дам более подробные инструкции по наклейке одуванчика. Это специальный калибр для позиционирования чипа на вашем объективе. Вот, я жду вашего письма. Спасибо вам за покупку и спасибо за внимание. Сейчас сроки доставки из Украины в страны Европы немножко больше, чем до войны, ну, по понятной причине. Но я думаю, что до Латвии посылка не должна будет ехать больше там 2-3 недель. Пожалуйста, дождитесь, не волнуйтесь. Все посылки, которые я отправляю, доходят до моих покупателей. Еще раз спасибо за внимание.